рамках юбилейной даты 90-летия со дня рождения замечательного композитора Евгения Крылатова, чье творчество, конечно же, мы все очень хорошо знаем, начиная с самого детства. В стенах отделения в Павшинской пойме детской музыкальной школы имени Алексея Аркадьевича Насеткина проводится фестиваль. Фестиваль под названием «Крылатые качели». Это совместный проект класса сольного эстрадного пения нашего отделения и Московского губернского колледжа искусств, студенткой которого в настоящее время является наша выпускница Шишина Алина. Зрители фестиваля также примут участие в увлекательнейшей киновикторине, конкурсе рисунков и, конечно же, услышат популярные песни в исполнении солистов, ансамблей эстрадного хора «Смайл» класса эстрадного вокала. Выступающих у нас сегодня на сцене будет порядка 30 человек. А также будет задействован весь технологический инструментарий школы. Порядка 7 музыкальных номеров только сегодня. Это первый день наших программных дней фестиваля. А второй день будет 14 февраля. Он состоится на нашей сцене. Всех желающих мы просим приходить к нам в гости и слушать замечательную музыку.